Good afternoon. Добрый день. There we go. Now. All right. All today we have been talking about healing and redemption. Хорошо. Сегодня мы с вами говорили все время об исцелении через искупление. And this is the most important point in healing. И это самая важная часть исцеления. There have been many great men of God used of God to minister healing. Было уже очень много таких мужей Божьих, которые служили в исцелении. One man that was greatly used in teaching people to minister healing. Один из таких людей, который очень сильно Бог использовал в исцелении, в обучении людей исцелению. Was named John Wimber. Его звали Джон Уимбер. But there was a problem. Но у него была проблема. When they asked him about healing in redemption. Значит, эта проблема начиналась ровно тогда, когда у этого человека спрашивали об исцелении в искуплении. That if physical healing was included in Jesus's atonement and redemption. Значит, спрашивали его физический аспект исцеления был ли включен в эту искупительную жертву. Sometimes he would say, "Yes, I can see that." Иногда он мог сказать: "Да, я вижу это." But other times he would say, "You know, I'm not sure." Иногда он говорил: "Нет, я не уверен." And yet he taught many people how to minister. И несмотря на это, он обучил огромное количество людей, как служить в исцелении. And he had some good understanding of healing. И у него было очень правильное понятие об исцелении. But he died before his years to die. Но умер он преждевременно, раньше, чем он мог бы умереть. And I believe that one of the reasons for that is because he did not fully embrace healing in redemption. И я думаю, что одна из причин, что он умер раньше срока, у него не было правильного понимания, полноты понимания и физического исцеления, которое включено в искупительную жертву. This is the thing that I'm most solid on. Вот это та вещь, которую я сейчас с вами поделюсь. Это в том, в чем я абсолютно уверен. Я твердо стою на этом. I see it in many places. И я вижу это повсеместно. And we're going to continue on with this, and I hope I will be able to prove it to you. И мы будем продолжать это учение, и я надеюсь, что я смогу доказать вам это. If you understand this, если вы только поймете это, the enemy will never be able to sway you. То враг уже не будет в состоянии сбить вас с курса. If you don't understand this and embrace it, если вы сегодня не поймете этого и не вместите этого, then you will likely waver at different times. Тогда время от времени вы будете колебаться. So I would ask you to pay close attention. Поэтому я очень сильно прошу вас сосредоточьтесь сейчас на этом учении. And get the full understanding of this session. Пожалуйста, дайте все свое внимание, чтобы получить глубокое понимание тому, что я буду говорить на этом уроке. We have already mentioned in the psalm where God put healing and forgiveness together. Мы уже сегодня читали с вами тот псалом, где Бог говорит и об исцелении, и о прощении вместе. And now we're going to go back to the scripture. We're going to look at section 11. И мы с вами посмотрим больше места из Писания. Давайте откроем наше пособие, страница 81, раздел 11. This is going to be on Isaiah 53. Сейчас мы будем с вами читать Исаия 53 главу. There will come a certain point in this teaching. И вот в этом учении мы остановимся на некоторых моментах. That we will look also at 1 Peter chapter 2. И мы также посмотрим с вами первое послание Петра, вторая глава. And I believe I will be able to clear up some misunderstanding that many have about that scripture. И я надеюсь, что я сегодня развею всякое непонимание, какое было у людей об этих местах Писания. So let us look at Isaiah 53. Итак, давайте начнем с Исаии 53 главы. Now this was given to Isaiah approximately 800 years before Jesus. Я повторю, что это то, что он записал пророк в этой главе, он услышал приблизительно за 800 лет до появления Христа. Isaiah commonly is referred to
when he refers to Jesus as the suffering Messiah. Здесь Исаия описывает или относится к Иисусу как к страдающему Мессии. And this describes his suffering. И это место описывает его страдания. And what the suffering was going to provide and purchase. И что же в результате этих страданий было приобретено, что было куплено за эти страдания? So verse 1 says. Итак, первый стих Исаия 53. Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Now the phrase the arm of the Lord. Вот эта мышца Господня, вот эта фраза. Always refers to the power of God. Всегда относится к силе Божьей. So when it refers to whom is the arm of the Lord revealed? И когда это написано, кому это открылось, эта мышца Господня. It is saying who will experience the power of God. Другими словами, кто будет испытывать на себе силу Божью. And it is answered at the first of this verse. И вот в начале стиха здесь есть ответ. The one who will experience the power of God. Те, которые испытают на себе силу Божью. Is the one who has believed the report. Это те, которые поверили слову. So if you choose to believe what we are going to read in this chapter. Итак, если вы сегодня сознательно изберете поверить тому, что написано в этой главе, then you will experience the power of God. Тогда вы обязательно испытаете силу Божью. So you must choose to believe the report. Поэтому сейчас избери верить тому, что написано здесь. To experience the power. Для того, чтобы в результате своей веры испытать силу Божью. John Lake used to say, John Lake говорил, well, we have prayed. Да, мы молились. А теперь давайте возьмем 5 минут для того, чтобы поверить Богу. So you have heard this statement? Вы услышали, да, утверждение? Если ты будешь верить тому, что записано в Слове Божьем, ты обязательно испытаешь силу Божью на себе. So let's just take 10 seconds. Поэтому давайте 10 секунд сейчас возьмем. And right now, прямо сейчас decide решим to believe the report. Поверить написанному. Decide right now. Реши прямо сейчас in your heart and your mind. В своем сердце и в разумении своем. And say it with me. И скажи вместе со мной. I believe the report of the Lord. Я верю написанному Слову Божьему. I receive this word. Я принимаю это слово. Amen. Аминь. Verse 2. Второй стих. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He has no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Второй стих. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. He is describing Jesus. Вот в этом стихе идет описание Иисуса. Verse 3 says. Третий стих говорит. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Третий стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Jesus did not appear as a great conquering king, throwing out the Roman army. Иисус не пришел как великий царь-завоеватель, который бы вот сейчас разбил римскую армию и империю в пух и прах. So the religious leaders of his day did not receive him and they rejected him. И поэтому религиозные лидеры того времени, когда жил Иисус, они не приняли его, они отвергли его. Now look at verse 4. Давайте посмотрим 4 стих. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
Четвертый стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Now, in your manual, итак, в вашем пособии the words born and carried are bold letters. Два глагола «взял» и «понес» выделены черным шрифтом, правильно? Right after each word, there is the Hebrew word. После каждого из этих глаголов в скобках стоит транскрипция, как звучит это на иврите. Now, you can look at these words. Можно посмотреть на эти слова. And we will see them again in just a moment. И мы еще раз обратим на них внимание, увидим их еще раз через некоторое время. Now, итак, verse 5. Пятый стих. Said, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Пятый стих говорит, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Now remember these two verses. Итак, помните эти два стиха. Verse 4 and verse 5. Четвертый и пятый стих. Notice, I will just highlight her. I'll highlight it. Заметьте, выделите эти два стиха. Я хочу их выделить для вас. Surely, absolutely, without a doubt. Четвертый стих в английской Библии начинается со слова истина или с уверенностью, можно сказать. Абсолютно. He has borne our griefs. Абсолютно точно, он взял на себя. And carried our sorrows. И понес наши болезни. Verse 5. Пятый стих. He was wounded for our transgressions. Он изъязвлен был за наши грехи. He was bruised for our iniquities. Он был мучим за наши беззакония. The chastisement of our peace was put upon him. Наказание мира нашего было на нем. With his stripes we are healed. И ранами его мы исцелились. Now what stands out in these two verses? Итак, о чем же идет речь в этих двух стихах? Jesus did nothing for himself. Иисус ничего не сделал для себя. He didn't bear iniquities. Он не нес никакие беззакония свои. He didn't bear sorrows for himself. Он никакие болезни свои не нес. He did nothing for himself. Он ничего не сделал для себя. In these verses, в этих стихах it says everything he did, сказано, что все, что он сделал, что здесь перечислено, he did for us. Он сделал для нас. He bore our. Он взял на себя наши немощи. He carried our. Он понес наши болезни. This is so important. Вот это очень важно. Now, if you look up these two words in verse 4, если вы посмотрите на эти два слова, на эти два глагола в четвертом стихе, born and carried, итак, взял и понес. You will see that they are the two Hebrew words right after that. Увидели в скобках там есть транскрипция еврейских слов. And that these two words, while different, have the same meaning. И несмотря на то, что эти слова по-разному пишутся и по-разному произносятся в иврите, они имеют одно и то же значение. So he did the same thing with both our griefs and our sorrows. И он сделал это одинаково и с нашими немощами, и с нашими болезнями. Verse 6 says. Шестой стих. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Again, our iniquity was laid upon him. Снова грехи наши были возложены на него. Verse 7. Седьмой стих. He was oppressed. Он истязуем был. Now, remember, he did all this for us. Итак, помните эту основную мысль. Он сделал это ради нас, для нас. The words above in carried and borne. Помните эти два глагола взял и понес. Literally mean. Вот эти два глагола в дословном смысле означают.
for one person to bear something. Одному человеку взять какую-то ношу. As a punishment for another person. Как наказание за кого-то другого. So that the second person won't have to bear it for themselves. Чтобы второй освободился от этой ноши и не был наказан и не тащил ее. Remember this statement. Запомните очень хорошо это утверждение, это значение. Everything Jesus did for us. Все, что Иисус сделал для нас. We do not have to bear ourselves. Мы не должны нести это сами. We understand this. Понимаем это. When it comes to sin. Понимаем это. You must understand it when it comes to sickness and disease. Вы должны понимать это тот же принцип, когда это подходит к вопросу немощи и болезни. He bore our sicknesses and diseases. Он взял на себя наши немощи и болезни как наказание. So that we don't have to. Чтобы у нас уже не было этого наказания. It is a miscarriage of justice for us to bear them, and He bore them. Понимаете, это мы не могли этого понести, и Он, совершив справедливость, сделал это ради нас. He bore them, so we do not have to. Он понес, чтобы мы освободились и не должны были бы уже нести это. The enemy tries to make you sick. Враг старается сделать тебя больным. And he knows that Jesus has already bore that sickness. И он знает, что Иисус уже понес эту болезнь. He's trying to get you to pay for something that's already been paid for. И враг пытается обмануть тебя. Он пытается сказать, ты должен заплатить за то, за что уже заплачено. He's trying to get double payment. Он пытается получить двойную плату. That's what one of the reasons why he's a thief. Вот почему еще одна из причин его называют вором. It was already paid for. Уже ему за это заплатили. Refuse to bear it. Теперь откажись нести это. Jesus bore it for you. Потому что Иисус в прошедшем времени уже понес это. You have to set your faith. Тебе нужно положить свою веру. Your heart and your will. В твое сердце совместить с твоей волей. To not bear it. Для того, чтобы больше не нести это. Now the way he tries to sneak that in. И вот тот способ, которым он пытается проскользнуть, пропихнуть тебе это. He will try to convince you that you did something to deserve it. Он старается убедить тебя во лжи, что ты сделал что-то, что заслуживает того, что ты получил. You don't deserve what Jesus has borne. Ты не заслужил того, что Иисус понес. Now you're going to have to be able to think this through. Вот вам надо обязательно это обдумать хорошо. And apply this principle to everything. И применить этот основной принцип ко всему. The enemy will try different ways to sneak it in. Конечно, враг попытается с разных сторон подобраться к тебе. There was a teaching years ago. Было такое учение несколько лет назад. That if you begin to intercede for a sick person. Что если ты начинаешь усиленно ходатайствовать за больного человека. That their sickness and their symptoms would come upon you. Что его симптомы, его болезнь, она перейдет на тебя. Because you were entering into their suffering. Потому что ты входишь и соединяешься с этим человеком в его страдания. And because that sounds very holy. И вот потому что это звучало так свято. People accepted it. Люди принимали это. But if Jesus bore it. Но если Иисус уже понес это. And it's not right for the sick person to bear it. И если это неправильно для больного человека нести эту ношу, then it's not right for it to come upon you when you're trying to get it off of them. То тем более это неправильно за того, кто собирается молиться за этого человека. Jesus never got sick when he laid hands on people. Иисус никогда не болел, не подхватывал никакую болезнь, когда возлагал руки на больных людей. He had compassion for people. У него всегда было сострадание к людям. He entered into their suffering. Он, да, входил, он сострадал им в их немощи. But he never had their symptoms come upon him. Но никогда их симптомы не посещали его. Until that whipping post. Вот до вот этого места истязания, когда его мучили. Do not accept that false religious teaching. Ни в коем случае не принимай этого ложного религиозного учения. If it's not right to be on that person, если это неправильно для того человека,
It's not right to be on you. Значит, это и неправильно для тебя. You take it off of them. Ты не берешь это от них. You don't let it come on you. И ты не позволяешь, чтобы это приземлилось на тебя. What happened was people experienced that. Что случилось? Что произошло? Люди испытывали, они имели негативный опыт. And tried to come up with a religious-sounding idea to explain it. И они пытались своими религиозными идеями объяснить, почему это произошло. The actual reality is. Но настоящая причина или действительность была следующая. This sickness was attacking a person. Вот эта болезнь, она атаковала человека, который молился. The intercessor decided to interfere with that attack. Значит, ходатай решил, ну, внедриться. Он вошел вот в эту болезнь, вот в эту схватку. And the enemy turned and attacked the intercessor. И, конечно же, враг развернул эту атаку с больного человека на ходатая, который молился за того, кто болен. That it was just being retaliation. И это просто как бы как поворот в другую сторону. And they dressed it in a religious-sounding doctrine. Но религиозные вожди одели это просто в определенное богословие, в определенное учение, в определенную доктрину. It is never right for you to be sick. Это абсолютно неправильно, чтобы вы хоть когда-либо болели. It is never spiritual for you to be sick. Это абсолютно не духовно, неправильно с духовной точки зрения, чтобы вы болели. Sickness is the enemy. Немощь – это враг. You attack it. Вы должны атаковать это. You show it no quarter. Вы должны не отступать, вы не должны дать места. You don't show it any mercy. Вы не должны проявить никакого милосердия, никакой уступчивости. Mercy is for humans. Все милосердие и сострадание только к людям. Not sickness, not disease. Никогда не к немощи, никакой болезни, никакого милосердия. And not demons. И ни в коем случае никакого сострадания бесам. They are rebels against God. Они бунтари против Бога. No mercy for rebels. Для бунтарей не существует милости. Verse 7. Седьмой стих. He was oppressed. Он истязаем был. And afflicted. Yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opens not his mouth. Итак, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца виден был он на заклании, как агнец пред стригущими его безгласен, так как он не отверзал уст своих. What he did for us. Еще раз повторяю, что он сделал для нас. He was oppressed. Итак, он был истязаем. And he was afflicted. И он был мучим. So that you do not have to be oppressed. Для того, чтобы ты не был истязуем. So that you do not have to be afflicted. И чтобы ты не был мучим. Now, you're going to have to realize something about God. Давай, надо что-то представить о Боге. God lives outside of time. Бог живет вне времени. Time is only important to us humans. Время, оно важно и имеет значение только для нас, для людей. We think time is linear. Мы думаем, что время это так важно, это то, что линеет нашу жизнь. But we have to realize that God is outside of time. Но нам нужно понимать, что Бог живет вне времени. So he doesn't have to do everything in timely order. И поэтому Богу нет никакой необходимости делать все в определенном временном порядке. Now we read in the psalm earlier today. Мы сегодня утром читали в псалмах. That we are told not to forget his benefits. Чтобы наша душа не должна забывать всех благодеяний его. That we should remember that he forgave all of our iniquities. Что мы должны помнить, что он прощает все беззакония твои. And healed all of our diseases. И исцеляет все недуги твои. Then a few verses later it says. И несколько стихов ниже говорится. That he rendered judgment for the oppressed. Что он являет милость тем, кто угнетены. When the psalmist said that. Когда псалмопевец сказал это. He was looking into the future. Он, другими словами, смотрел в будущее.
showing what God was going to do. Он пытался уже показать то, что Бог только собирался сделать. The prophet Isaiah. Пророк Исаия. Was looking into the future. Точно таким же образом смотрел в будущее. When he talks about him being oppressed. Когда он говорит в 7 стихе о том, что Иисус был истязуем. When he says that he was wounded for our transgressions. Когда он говорит, что он был мучим за беззаконие наше. And that by his stripes we are healed. И когда он говорит, что ранами его мы исцелились. That had not happened yet. Ведь в то время, когда Исаия это пророчествовал, еще это не произошло. That would happen 800 years later, as I said. Как я уже ранее сказал, это произойдет только 800 лет спустя. Jesus bore the stripes. Иисус уже понес на себе. He was crucified. Он был распят. So he bore the stripes. Итак, у него были эти раны. By which we are healed. Именно ранами его мы исцелились. He was pierced. Ему пронзили руки и ноги. Which brought our salvation. И это принесло нам спасение. That's where our forgiveness happened. Вот почему произошло наше прощение. He paid for our healing before he paid for our sins. Он заплатил за наше исцеление раньше, чем он заплатил за наше спасение. Jesus showed up on this earth. Иисус появился на этой земле. Lived 30 years. Прожил 30 лет. Began ministering for the next 3. Начал свое служение и продолжил его на протяжении 3 лет. For the 3 to 4 years that he ministered. Вот между 3 и 4 годами своими земного служения. He was setting people free. Он освобождал людей. And he was fulfilling. И он исполнял. What would later take place and be paid for at the cross and the whipping post. То, что должно было намного позже состояться там, на месте казни и распятия. It was as if. И это было бы, это выглядело как если. That he was healing people. On credit. Что он заранее, как бы в кредит, заранее исцелял людей. Knowing that at a certain point, зная, что подойдя к определенной точке, he would be whipped and crucified. Он будет истязаем, он будет избиваем, и он будет распят. That crucifixion and whipping at the end of his life, что в конце его жизни вот это избиение, унижение и распятие is what they were referring to in Isaiah and in the song. Это то, о чем говорил Исаия и псалмопевец Давид. So you can see that it's not in time's order. Вы уже увидели, да, что это не совсем во временной последовательности. But obviously he could not receive the stripes at the beginning. Or else he would have had no ministry because he would have been dead. Да, он не мог сначала получить свои раны, а потом начать служить, потому что когда он получил свои раны, он уже умер. So now let's go on and read the rest. Поэтому давайте дальше продолжим читать. Verse 8. 8 стих. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he stricken. От уз и суда он был взят, но кто его род изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. He made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Yet it pleased the Lord to bruise him. And he put him to grief. When you shall make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Why did it please the Lord to bruise him and to put him to grief? Почему же было Господу угодно поразить его и предать мучению? For the same reason that Jesus looked forward to the cross with joy. По той же самой причине, по которой Иисус с радостью взирал на крест. Not because of the suffering, but because of the result. Не из-за страдания, какие ему надлежало вознести, но из-за результата. Verse 11. 11 стих.
He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Notice the word bear is the same Hebrew word as the word carried in verse 4. Значит, вы заметили, что слово понесет выделено черным шрифтом точно такое же, как в 4 стихе. Verse 12. 12 стих. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Remember this. Итак, посему я дам ему часть между великими. I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. И сильными будет делить добычу. Because he has poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Notice the word bear. Обратите внимание, черным шрифтом выделен глагол понес. In verse 12. В 12 стихе. Is the same word as the word born in verse 4. Точно такой же стих, как он взял и понес в 4 стихе. So now you will notice. Заметили, да? That the same words in verses 4 and 5. 4 и 5 стих. Are the same words in verse 11 and 12. И те же глаголы употребляются в 11 и 12 стихе. Now I know this is a little technical. Я понимаю, что сейчас я говорю немножко техническим языком. But it's important that you see this. Но это очень важно, чтобы вы увидели это. In verse 4. В 4 стихе. It says he has borne our griefs and carried our sorrows. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Then we see in verse 11 and 12. И потом мы видим в 11 и 12 стихе. He shall bear their iniquities, and he has bare the sin of many. Что он грехи многих понесет на себе и понес на себе грех многих. Now we know that when he bore our sins. Мы знаем, когда он понес наши грехи на себе. He bore them so we do not have to. Он понес их для того, чтобы мы уже не несли их. So whatever he did with our sins and iniquities, что бы он ни сделал с нашими грехами и беззакониями, he also did with our griefs and sorrows. Он сделал то же самое с нашими немощами и болезнями. The same words are used. Потому что те же самые слова, тот же самый глагол в оригинале употребляется. No human nor devil. Никакой человек и не дьявол has the right не имеет права to change the definition of these words изменить определение этих слов or to accept verse 11 and 12 and not accept verse 4 and 5. Или принять только 11 и 12 стих и не принимать то, что написано в 4 стихе. If you accept verse 11 and 12, если ты принимаешь 11 и 12 стих, that Jesus bore our sins and iniquities so that we do not have to, что Иисус понес грехи на себе, грехи многих, then you must accept, тогда ты должен принять, that he bore our griefs and sorrows so that we do not have to, что он понес на себе наши немощи и болезни, чтобы мы не страдали. Do you see that? Вы увидели это? If you don't, we can't go any further. Если вы не увидели, то мы не можем двинуться дальше. Покажите, Кари, что вы увидели это. Did увидели? You agree with that? Вы согласны с этим? Okay. All right. Хорошо. Now, remember when I said to remember. Помните, что я вам говорю, надо об этом, это надо держать в голове, это надо помнить. That he shall divide the spoil with the strong. Что он будет сильными делить добычу. 12 стих. This is talking about Jesus. Здесь речь идет об Иисусе. And it's talking about him conquering because of what he's doing here. И говорится о том, что он победитель из-за того, что он сделает. And he says he's going to take the spoil. Итак, говорится, что он возьмет добычу. And divide it with the strong. И он будет делить эту добычу с сильными. Now the Bible says that we are joint heirs with Christ. Библия говорит, что мы сонаследники Христа. What he has, we have. То, что есть у него, есть у нас. He is sharing the spoils with us. А теперь он делит эту добычу с нами.
And those that will receive the spoils, и те, которые получат эту добычу, are those that will be strong. Это те, которые сильные. Who are the strong? Кто эти сильные? Verse 1. Первый стих. Who has believed our report? Кто поверил слышанному от нас? To them will the arm of the Lord be revealed. Которым открылась мышца Господня. They shall see the power of God. Они должны узреть силу Божию. Let the redeemed of the Lord say so. Пускай искупленные Божьи скажут так. Let the weak say. Пускай слабый скажет. I am strong. Я силен. That is you. Это ты. You. Это ты. You must decide to be the strong. Ты должен решить быть этим сильным. To receive your part of the spoils. Принять свою часть добычи. Now, verse 11 and 12. Итак, стихи 11 и 12. Says Jesus bore our sins and iniquities. Говорят о том, что Иисус взял на себя и понес наши грехи как наказание, so we don't have to. Что мы теперь не должны этого делать. Is that correct? Это правильно? Verse 4 and 5. 4 и 5 стих. Surely he has borne our griefs. Абсолютно точно, он взял на себя наши немощи. So we don't have to. Поэтому мы не должны уже их брать. And surely he has carried our sorrows. И абсолютно точно понес наши болезни. So we do not have to. Поэтому мы уже не должны этого делать. Now the word griefs and sorrows. Вот эти немощи и болезни. What does it say in the Russian? It's a sickness and disease. Perfect. See, I wish I read Russian. Прекрасно. Я думаю, что в русском языке это даже лучше. Немощи и болезни, потому что там немножко другое слово в английском языке. Я мечтал бы почитать на русском. Your Bible is more accurate than mine. Ваша Библия более точно переведена, чем моя. I had to study that out. Мне нужно было дойти до этих слов немощи и болезни. А у вас уже все приготовлено, написано. And it's written right there in your language. Написано прямо на вашем языке. This ought to be the easiest thing in the world. Поэтому для вас оно должно быть самой легкой, элементарной вещью в мире. If I was born Russian or Ukrainian, I'd probably be stronger today than I am now. Если бы я родился в России или на Украине и читал Евангелие на русском языке, то я бы уже был гораздо сильнее. Now, итак, let's look at Matthew chapter 8. Давайте 82-я страница вашего пособия, Матфея 8 глава. Matthew chapter 8. Матфея 8 глава, 82-я страница конспекта. In Matthew chapter 8, verse 16. Итак, Матфея, 8 глава, 16 стиха. Now, let me give you some deep theology. Давайте я сейчас погружу вас в глубокое учение. Isaiah 53. Исайя 53 глава. Happened before Matthew chapter 8. Произошло то, что написано в Исайе 53, до того, что написано в Матфея 8. Amen. Да, аминь. I know that's deep theology. Я понимаю, что это глубокое погружение в ученичество. But you can understand that. Но вы же понимаете, что Исайя 53 случилось раньше, чем то, что написано в Матфея 8. Well, you're ahead of most theologians. Слушайте, если вы так реагируете, значит, вы уже впереди многих теологов, многих богословов. My apologies to the theologians. Извините, кто теологи и доктора здесь сидящие в зале. I'm sorry you're slow. Извините, вы немножечко тормозите. You don't mind if I have a little fun, right? Ну вы же не против, чтобы я чуть-чуть пошутил, правда? Matthew chapter 8. Итак, Матфея 8 глава. Said. Говорит. Verse 16. 16 стих. When the evening was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word. And healed all that were sick. Итак, 16 стих. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Now, if it stopped right there, that would be good enough. Хорошо, если бы вот здесь стояла точка, я думаю, что достаточно уже было бы. But it doesn't stop there, so we can't stop there. Но не остановилось же здесь повествование, поэтому мы не имеем права остановиться здесь.
Matthew 8:17 says. Надо продолжить чтение Матфея 8:17. And it tells us why he healed them all. И 17 стих говорит, объясняет причину, почему он исцелил всех их. Об этом говорится в 16 стихе. It says. Итак, внимание, 17 стих говорит. So that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying. Himself took our infirmities and bare our sicknesses. 17 стих. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Notice. А ну-ка заметьте. God inspired Matthew to write the Bible. Бог дает вдохновение Матфею написать Евангелие. This is the inspired word of God. Вы знаете, это богодухновенное слово, да? Amen. Amen. God inspired Matthew what to write. Бог дал вдохновение Матфею написать эти строки. So we could say. Итак, мы на этом основании мы можем сказать. That Matthew 8:16-17. Что Матфея 8:16-17. Is God's own commentary. Это Божий личный комментарий. On Isaiah 53, verse 4 and 5. На Исаию 53 главу 4 и 5 стих. Amen. Поняли, да? That's God's own commentary. Это Божий личный комментарий на Исаию 53, 4, 5. That's not man's commentary. Это не человеческий комментарий. This is God explaining his own word. Это Бог объясняет свое собственное слово. And it says the reason Jesus healed them all. И причина, по которой Иисус исцелил их всех, was so that he could fulfill what Isaiah said. Была в том, что он должен был исполнить то, что написано, исполнил то, что написано в Исаии 53 главе. Now, итак, go to 1 Peter chapter 2, verse 24. It's right there on the same page. Давайте на этой же странице внизу 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Now we have had theologians. У нас есть такие теологи, такие богословы. Tell us that this verse referred to spiritual sickness. Которые говорят, что вот то, что здесь написано, это о духовных болезнях написано. But 1 Peter 2:24 says. Но первое послание Петра, 2 глава, 24 стих говорит. Who his own self bare our sins in his body on the tree. That we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Итак, 1 Петра 2:24, вверху страницы, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Now this is Peter referring back to Isaiah chapter 53. И вы понимаете, что здесь Петр точно так же, он относится к этим словам, которые, или цитирует эти слова, которые записаны в Исаии 53 главе. Now this is referring to the entire atonement. Это обращение к вечному искуплению. Both the crucifixion and the whipping, the stripes. И относится и к распятию, и к страданиям докрестным. But I want you to notice something particular here. Но я хочу, чтобы вы уделили свое внимание на одну удивительную вещь. And it's in your manual just above it. Значит, вот смотрите внимательно в свое пособие Исаия 53. At the very end of Isaiah 53:5 it says. Вот Исаия 53:5. Нашли свой стих в самом начале главы 82 страницы. And with his stripes we are healed. Последняя строчка Исаия 53:5. Ранами его мы исцелились. Look at that word are. Но вот спряжение глагола английского означает, что это сейчас происходит. That's present tense. Настоящее время. Now look at 1 Peter 2:24. Теперь посмотрите 1 Петра 2:24. At the very last. Это самая последняя строчка. By whose stripes you were healed. Ранами его вы исцелились. Здесь уже прошедшее время. That's past tense. Вы поняли разницу? У нас просто исцелились все как одно время кажется, но в английском языке в первом случае это настоящее время, у Петра это прошлое время. Do you realize Peter changed Isaiah 53? Вы поняли, что Петр изменил Исаию 53?
We would say today that he quoted it wrong. Мы бы сказали так: он неверно процитировал. If I quote scripture wrong to you, you would say something about it. Ну представьте, я бы вам неверно процитировал Писание, вы промолчали, наверное, бы сказали мне. But we know that the word of God was inspired. Но мы знаем, что Слово Божье какое? Все богодухновенно. So Peter was inspired to change the scripture. Поэтому у Петра было это вдохновение от Бога, разрешение написать так. So here's what we know. Вот то, что мы знаем. In Isaiah 53, в Исаии 53 главе, present tense, we are healed. В настоящем времени, ранами его мы исцелились сейчас. 1 Петра 2:24. Past tense, we were healed. Мы исцелились как прошлое время, мы были исцелены. Now I ask you. Теперь я спрашиваю вас. What happened? Что случилось? Between Isaiah 53. Что произошло между Исаией 53 and 1 Peter 2:24? И 1 Петра 2:24. Что случилось в этот отрезок? The crucifixion. Да, распятие. The whipping. Да, наказание Иисуса. When Jesus received those stripes. Когда Иисус принял свои раны. It moved from present tense to past tense. Он своим действием изменил из настоящего времени в прошедшее. Healing is never in the future. Теперь уже исцеление никогда не относится к будущему. When you say. Когда ты говоришь, God is going to heal me. Бог собирается исцелить меня. That is not a statement of faith. Это не есть заключение веры. Faith always has to agree with scripture. Вера всегда должна согласовываться с Писанием. You have to accept the fact that God has already healed you in the court of heaven. И поэтому ты должен согласиться с тем, что Бог уже исцелил тебя в небесном притворе. The enemy has already been evicted. Уже враг побежден. He's already been told to move out of your body. Ему уже было сказано, подвинься из этого тела. But he will stay there. Но он останется там. Until the strong show up. До тех пор, пока сильные не явятся. And get their spoil. И не получат свою добычу. That means you have to decide. Это значит, что ты должен решить. 2000 years ago. 2000 лет назад. Jesus bought and paid for my healing. Иисус взял, понес и заплатил за мое исцеление. Devil, you've been in me 3 years now. Да, если бес какой-то или болезнь была 3 года во мне. Cancer, you've been in me 4 years now. Если рак какой-то в тебе сидел 4 года. And you've been breaking the law for 4 years. И если ты был растерзан, измучен 4 или сколько-то лет. So today. Сегодня. You're moving out. Выходи оттуда. Today you're leaving. Сегодня выходи оттуда. I just found out my rights. Я просто сейчас утверждаю свое право. God. Бог. Has executed judgment for me. Он уже освободил меня от этого суда. Он оказал мне милость. He has rendered a verdict in my favor. Он уже развернул свой вердикт в ту сторону, чтобы оказать мне милость. I have won the case. Я уже на стороне победителя, я выиграл этот суд. Devil, дьявол, sickness, любой бес и болезнь, disease, немощь, you've lost. Ты проиграл. Now you will leave. Поэтому тебе придется уйти. I do not put up with you one more second. Я больше ни секунды не буду мириться с твоим присутствием. By his stripes, потому что ранами его я исцелился. Amen. Аминь. Healing is not future. Исцеление это не будущее. Healing is past. Уже исцелился это в прошлом. Do you see why it is so much better for you to live today? Видишь, почему намного лучше жить сейчас в это время? The people of Jesus. Люди, которые жили во времена Иисуса. During his times on this earth. Когда Иисус ходил по земле. They were looking forward to the whipping post. Они ожидали, они с надеждой ожидали этого времени, когда Иисус примет свои раны. Why do you think the garden was such an experience for Jesus? Как вы думаете, почему-то это вот молитва в Гефсимании была настолько важна Иисусу? Hell unleashed all it could to get him to quit. Потому что именно там были самые сильные борения, и ад весь восстал, чтобы он сдался. To get him to stop.
Они там хотели его остановить. Now let me explain something to you. Давайте я хочу еще что-то объяснить вам. The devil did not know what was going to take place at that crucifixion or that whipping post. Дьявол просто не рассчитал, он не понял, до какой степени глубоко что произойдет на самом деле, когда Иисус примет свои раны, до крестные страдания и когда он будет распят. He just didn't want Jesus to go through with God's will. Он просто не хотел, чтобы Иисус исполнил волю Божью. Все, он не представлял, что это будет. The devil doesn't know everything. Вы понимаете, дьявол не имеет знания обо всем. Maybe you've mistaken him for God. Может быть, у тебя такое мышление, что ты попутал дьявола с Богом, и ты думаешь, что дьявол все знает. The devil is not as smart as you think he is. Ты, наверное, о нем думаешь лучше, чем он есть на самом деле. Can I prove that to you? Хочешь, я докажу тебе это? Let me prove it this way. Я сейчас докажу это следующим утверждением. When Jesus was born, когда Иисус родился, 3 wise men found him. Три мудреца, они обнаружили царя. Isn't that right? Правильно? The wise men followed the star and ну, правильно, found Jesus. Да, они шли, увидели звезду и шли за ней. Humans found Jesus. Слушайте, это люди, это волхвы, они люди. Они нашли Иисуса по звезде. And yet the devil filled Herod. И дьявол наполнил Ирода. And the devil couldn't even find Jesus. И он не мог найти Иисуса. So he had to kill every child two years and under. И поэтому он надоумил Ирода убить всех младенцев. Isn't that right? Да, правильно. They killed every child two years and under. Да, до 2 лет всех младенцев мужеского пола Ирод сказал, всех надо убить. Trying to kill Jesus. Пытаясь убить Иисуса. And still couldn't do it. И до сих пор не мог сделать. So the devil isn't near as smart as you think he is. Понимаете, вот этим и доказывается, что он не настолько уж смышлен, как вы думаете. The devil couldn't even lead Herod or his men to Jesus. Он не мог даже Ирода вразумить, чтобы найти Иисуса. And yet wise humans found him. Ну видите, а тут какие-то волхвы, значит, мудрые мудрецы взяли и нашли Иисуса. The devil isn't near as smart as you think he is. Ну вы понимаете, дьявол и мудрецы, это вот люди нашли, а он не нашел, значит, кто оказался мудрее? If he was smart, если бы он немножко соображал, he would have never rebelled against God. Он бы никогда не восстал против Бога. That was stupid. Это было тупо, глупо это было делать. Nobody can fight against God and win. Никто никогда не может сразиться против Бога или выступить против Бога и выиграть. Now, some people have said, некоторые люди говорят, that 1 Peter 2:24, что 1 Петра 2:24, that is talking about your spirit being healed. Это всего лишь говорится о твоем духе, который исцелен. Now, if we brought a dead body in here, хорошо, если мы сегодня принесем сюда мертвое тело, I'm not gonna pray healing. Я не собираюсь молиться за исцеление. A dead body doesn't need healing. Мертвое тело не нуждается в исцелении. A dead body needs resurrection. Мертвое тело нуждается в воскрешении. A dead body needs life, not just healing. Мертвое тело нуждается в жизни внутри, а не в исцелении. Right? Правильно? So, people say this scripture has to do with healing our spirits. Но люди продолжают говорить, что вот это 1 Петра 2:24 имеет отношение к внутреннему исцелению, к духовному. When you were in sin, когда ты в грехе, your spirit didn't need healing. Твой дух не нуждается в исцелении. Your spirit was dead in sin and trespasses. Когда ты был в грехе, твой дух был мертв в грехах, беззакониях и преступлениях. Your spirit didn't need healing. Твой дух не нуждался в исцелении. Your spirit needed resurrection. Твой дух нуждался в воскресении. That's why when you get saved, вот почему, когда ты спасаешься, and you get baptized, и когда ты принимаешь крещение, and you come out of that water, и когда ты выходишь из воды, then it tells you that you were dead with him. И тебе говорят, ты был погребен с ним. Crucified with him. Ты был распят с ним. Buried with him. Ты был похоронен с ним. Raised with him. И теперь воскрес с ним. To live in newness of life. Для того, чтобы жить в новой жизни. You were resurrected. Ты воскрес. Your spirit wasn't just healed. Твой дух в этот момент не просто исцелен. See, that's one of the problems in the church. Видите, это одна из проблем в церкви. Most people don't know they've died. Многие люди не знают, что они умерли. So they don't die. Они не умирают. And they keep kicking and fighting. И они продолжают дергаться и бороться. And they keep trying to live resurrection life. И они пытаются как бы жить в этой воскрешенной жизни. Without dying. Без смерти.
You gotta have a death before you have a resurrection. Но это понятно. Сначала надо умереть для того, чтобы воскреснуть. So just die. Поэтому умри. And live in newness of life. Для того, чтобы потом жить в обновленной жизни. Amen. Аминь. Now turn with me. Итак, открой со мной. To 1 Corinthians. Первое послание Коринфянам. Chapter 3. Третью главу. Actually, let's go to chapter 2. Sorry. Давайте вторую главу лучше. Paul said. Павел говорит. In verse 1. С первого стиха. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Итак, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. And I was with you in weakness and in fear. И был я у вас в немощи. And in much trembling. И в страхе и в великом трепете. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах. But in demonstration of the Spirit and of power. Человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. So that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to nothing. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. This mystery, Paul says, вот эта тайна, говорит Бог, was a hidden wisdom. Говорит Павел, это сокрытая тайна. It was a plan of God that was hidden. Это такой замысел Божий, который был сокрыт. And now let's see what, no, Paul just said. А Павел только сказал, when I came to you, когда я пришел к вам, I determined to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. Когда я приходил к вам, я хотел быть у вас как тот, кто проповедует Иисуса Христа и притом распятого и больше ничего. And that's what he preached. И это именно он и проповедовал. And he said that that was a mystery. И он сказал, это была тайна. That was hidden. Которая была сокрыта. That he was preaching now. Которую он сейчас проповедует. Now look at verse 8. На восьмой стих посмотрите. Talking about this mystery that he's preaching. Это именно он говорит об этой тайне, которую он проповедовал. Which none of the princes of this world knew. Которую никто из властей века сего не познал. For had they known it, ибо если бы познали, they would not have crucified the Lord of glory. То не распяли бы Господа славы. Stop right there. Вот тут остановимся. Remember, I was talking about Jesus in the garden. Помните, да, что я говорил об Иисусе и о его пребывании в Гефсиманском саду? For 3.5 years. 3.5 года. Jesus beat the devil every time they met. Иисус побеждал дьявола каждый раз, когда он только встречал его. Then finally. И наконец. Jesus lays down his protection. Иисус как бы убирает всю защиту свою. The enemy sees an opportunity. И теперь враг видит возможность. And takes his life. И думает, сейчас я заберу у него жизнь. Thinking it's a great victory. И он думает, дьявол, о, это такая крутая победа. But, но, had he known the plan of God, если бы он знал замысел Божий, had the enemy known what was going to happen because of that death, если бы он только знал, к чему приведет эта смерть и последствия этой смерти, the Bible says he would not have crucified Christ. И Библия говорит, он бы не захотел, не допустил, не разрешил быть ему распятым. The devil was having to deal first with Jesus. И дьяволу нужно было сначала справиться с Иисусом. Then he had to deal with 12 more. А потом ему надо было еще с 12 справиться. Then he had to deal with 70 more. А потом еще с 70. So that's 83 right there.
И с этими тремя категориями, that was beating the devil every time they met him. Которые постоянно врезали ему. And there was even one more person. И был еще один человек. Jesus's disciples came to him and said, ученики Иисуса пришли к нему и сказали, Lord, we saw somebody out there casting out devils in your name, but we stopped them. Господи, мы видели людей, которые изгоняют именем Твоим, и мы остановили их. Jesus said, don't stop them. Иисус говорит, не трогайте их. They're doing a good work in my name. Они делают хорошую работу во имя мое. So that's 84 people beating the devil every day. Так что 84 человека врезают дьяволу каждый день. The devil knows scripture. Он знает Писание. He can quote it. Он может процитировать его. He just doesn't understand it. Он просто не понимает его. Because it takes spiritual wisdom to understand it. Потому что нужна духовная мудрость для того, чтобы уразуметь то, что Писание говорит. The devil knew. Дьявол знал. The scripture that said, что Писание, которое говорит, что если поразишь пастыря, то рассеются овцы. He said, here's my chance. Он говорит, о, вот мой шанс. If I can get Jesus, если я только доберусь до этого Иисуса, the 12 and the 70 will all вот эти и 12, и 70 автоматом рассеются. So he maneuvered to crucify Jesus. И поэтому он все свои маневры повернул на то, чтобы распять Иисуса. Isaiah 53 said he went along willingly and did not open his mouth. Исаия 53 глава говорит, что он страдал добровольно, не открывал уст своих. Never defended himself. Никогда не защищал себя. Because he knew what was coming. Потому что он знал, что грядет после этого. He looked forward to the cross for the joy of the results. Он с радостью шел на крест, потому что он предвкушал уже результат. So here it said that if the princes of this world had known it, they would not have crucified him. И поэтому здесь написано, что если бы князья мира этого знали, то они бы не поступили так. Now, think about this. Подумайте об этом. The devil would have rather dealt with Jesus. Да, дьявол лучше бы выбрал справиться с Иисусом. He would have rather dealt with 83, 84 people. Он лучше бы разобрался с группой 83 или 84 человека. Than to deal with an army like I'm looking at right here. Чем справляться с такой армией, которую я сейчас вижу перед своими глазами? Imagine that. Представь только это. Imagine what the devil would think. Представь, что только он думает. If he thought. Если он думал, that you actually believe the word of God, что вы вообще-то верили в Слово Божие, and we're going to walk like Jesus, и собирались идти так, как Иисус, how many more times over would he have to deal with Jesus's all through you? То сколько раз со сколькими Иисусами вас ему нужно будет встречаться? Just an army this size. Хотя бы только с армией вот этого размера, которая передо мной сейчас. Knowing they have the power of God. Зная, что у нас есть сила Божья. Doing the works of Jesus and greater. Совершая работу, которую делал Иисус, и дела, которые Он делал, и больше этих дел. Well, you just drive the devil crazy. О, вы причините ему головную боль очень сильную. You'd keep him running around in circles. Вы просто заставите его наматывать круги. You'd chase him from town to town. Вы просто будете гнать его из одного города в другой. Until finally he'd just look at you and say, please. До тех пор, пока он уже не упадет и не будет умолять, пожалуйста. Send me into something and let me die. Уже вышлите меня хоть куда-нибудь и позвольте мне умереть там. Now you probably wouldn't send him into a pig. Да, не надо его в свинью там послать. Because I like bacon too. Потому что я люблю хороший бекон. We might have to send him into something else. Пошлите его куда-нибудь в другое место. I wouldn't want to do that to a good piece of pork. Не-не, с хорошим куском свинины нельзя так поступать. So let's look on here quickly. Давайте еще немножко посмотрим. Notice he says. Итак, первое послание Коринфянам, мы все там же, вторая глава. But as it is written. Девятый стих. I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man. The things which God has prepared for them that love Him. Девятый стих, но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Now I've already quoted this to you. Да, я уже это цитировал вам. But look at the next verse. Давайте посмотрим на следующий стих. What's the first word? Какое первое слово? В десятом стихе. А, ну и а.
What does that mean? Что это значит? Или в английском слове но стоит. That means forget everything you just read. Значит, забудь это слово а противопоставление говорит. Забудь все, что ты читал выше. Because now God hath revealed these things to us. Потому что нам Бог открыл. By His Spirit. Это Духом Своим. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Ибо Дух все проницает. И глубины Божьи. Verse 11, he tells us, 11 стих говорит нам, that a man only knows what's in him. Ибо кто из человека знает, что в человеке? So the only people that know what's in the Spirit of God is the Spirit of God. Так что это только Дух человека знает, что в человеке. But the Spirit of God now dwells in us. Но теперь Дух Божий, Он в нас. Verse 12 says, we've not received the Spirit of the world, but the Spirit which is of God. 12 стих говорит, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. Look at the last part of verse 12. Посмотрите на последнюю часть 12 стиха. Why have we received the Spirit of God? Почему? Для чего мы получили Дух Божий? So that we can freely know the things that are freely given to us. Вот в английской Библии говорит, дабы свободно знать дарованное нам от Бога. You have been given the Spirit of God. Нам был дан этот Дух Божий. So that He could lead, guide, and direct you. Чтобы Бог мог направлять нас и давать нам разумление. Into all truth. Давать знания во всякой истине. So that He could reveal to you the deep things of God. Чтобы Он мог открыть нам самую глубину свою Божью. And those deep things are the things that He has freely given to all of us. И эти дивные глубины Божьи Он свободно открыл нам. You have not come here this week on your own accord. Слушайте, вы не пришли сюда на эту неделю обучаться сами по себе. You came here because you have the Spirit of God in you. Вы пришли сюда, потому что Дух Божий вас повел сюда. He guided and led you here. Он просто привел вас сюда. So that He could speak to you through me and tell you what you have already received. Для того, чтобы через меня говорить тебе то, что ты уже принял. Have not I been telling you what you have freely received of God? Неужели я тебе не рассказывал того, что ты свободно принял от Бога раньше? I didn't come here to impart to you some great super spiritual anointing. Я не приехал сюда, чтобы какое-то великое сверхъестественное помазание с неба свести на тебя. I came here to preach Christ and Him crucified. Я приехал сюда проповедовать Христа и притом распятого. I came here so that you may know what you already have. Я приехал рассказать вам о том, что у вас уже есть внутри. There is nothing I can give you. Нет ничего такого, что я могу дать вам. I can only reveal to you what you have already received from His Spirit. Я могу всего лишь открыть то, что вы от Духа Его уже приняли, оно есть у вас внутри. What you've been waiting for, you've already got. То, что вы так долго ожидали, у вас это уже есть внутри. God sent me around the world to come here to tell you. Бог посылает меня по всему миру для того, чтобы прийти на такие школы, как ваша. He wants to divide the spoils with you. Для того, чтобы просто показать вам это. He sent me here to tell you how to be strong so you can receive your spoils. Он показывает тебе, посмотри, я хочу, чтобы ты был силен и чтобы ты увидел свои слабости, где тебе надо исправиться. That's why I'm here. Вот почему я здесь. That's why you're here. Вот почему ты здесь. That's why the Spirit of God is here. Вот почему Дух Божий здесь. The devil can't do anything about it. Дьявол ничего не может сделать с этим. And we are going to walk in what God has foreordained that we should walk in. А мы собираемся ходить в полноте истины Божией, так как Господь повелел нам. And He has foreordained that you be conformed to the image of His Son. И Бог повелел нам быть подобным Сыну Его, Иисусу Христу. That is your destiny. И это твое предназначение и судьба. That is God's plan for you. Это Божий замысел для твоей жизни. No man could think up anything that good. Никто из людей не может так хорошо подумать о твоей жизни, как Бог. Only the redeemed have what I'm talking about. Только искупленный имеет такую судьбу. Jesus left. Иисус ушел к Отцу. So He could send His Spirit.
для того, чтобы послать Дух Свой. Он сказал своим ученикам: у меня есть так много, что сказать вам. But you cannot bear them now. Вы не можете вместить это сейчас. Because they were not yet born again. Потому что они еще не были рождены свыше. They couldn't understand the things of the Spirit. Они не могли еще понимать вот эти вещи от Духа. Because they were still naturally minded people. Потому что они все еще были ориентированы своим естественным умом. Но он сказал: after I'm risen, после того, как я воскрес, I'll send my spirit into you. Я пошлю Дух мой к вам. You will be born again. И вы родитесь свыше. You will receive power. И вы примете силу. Miraculous ability. Вот такую чудодейственную силу. After that, the Holy Ghost comes upon you. И после этого Дух Святой сойдет на вас. And then I will be able to reveal to you all these things that I want to share, but can't. И потом я смогу уже наконец рассказать и показать вам те вещи, которые я не мог вам открыть по причине того, что вы не могли вместить это тогда. He did exactly what he said. Он сделал в точности то, что обещал. He left. Он ушел к Отцу. Sent his spirit. Он послал свой Дух. His spirit inhabited man. Его Дух начал обитать в человеке. Man started being born again. Люди начали рождаться свыше. Jesus said, now they can receive the greater teachings. Иисус сказал: сейчас они могут получить более сильное, глубокое учение. I couldn't before because the devil would understand what was going on. Да, тогда, может быть, и дьявол мог бы понять, что происходит. But now I can share it. Но сейчас я могу поделиться этим. I can tell you the truth. Я могу сказать истину. The whole truth. Всю истину. And the devil can't do a thing about it. И дьявол ничего не может с этим сделать. And so he put his message. И он взял и поместил свое послание. His deeper teachings. Свое глубокое учение. Into a man called Saul of Tarsus. В человека, которого звали Савву. And then that man became Paul. И потом этот человек стал Павлом. And Paul started preaching. И Павел начал проповедовать. What is called the new creation. То, что называется новое творение. That if any man be in Christ. Что кто во Христе. Then he is a new creation. Тот новое творение. A new species of being that never existed before. Новое творение, которое никогда еще раньше не существовало. A man in whom the Spirit of God dwelt. Человек, в котором живет и существует Дух Святой. Таким образом, как раньше, только в Иисусе этот Дух так жил и пребывал. And then he started sharing this teaching. И потом он начал делиться этим учением. And people started seeing it. И люди начали видеть это. And they started living it. И начали жить этим. And all of a sudden they started being called Christians. И потом вдруг мы заметили, что их называют христианами. Little Christ. Маленькие Христы. Of Christ. Те, которые принадлежат Христу, от Христовой. Because they were doing the same works Jesus. Потому что они делали то же самое, что делал Иисус. And even greater works. И более великие дела. Jesus never disappeared from one place and appeared in another. Иисус никогда не его не видели в одном месте, а потом он исчезал и появлялся в другом месте. But God did that with Philip. Но Бог сделал это в жизни Филиппа. Took him from one place to another. Взял его с одного места и перенес его в другое место. All kinds of great, mighty miracles. Такие великие чудеса. Jesus never gave out a prayer cloth. Иисус никогда не давал людям молитвенные платки. But God wrought special miracles by the hands of Paul. Но Бог делал это через Павла. They were only special because they were different and hadn't been done before. Они являются особенными только потому, что раньше такого не было. Now you've got holy clothes. Теперь у вас здесь много святых тканей. The clothes you wear, одежда, даже которую вы носите, are just as holy as the ones I wear. Они, эта одежда, которую вы носите, так же свята, как одежда, в которой я сейчас Because нахожу. Of who wears them. Потому что это одежда того, кто носит эту одежду. Amen. Аминь. Let's take a break. Давайте сделаем перерыв.